Основной мотивацией, наверное, вот является мой сын, который очень рад тому, что у мамы такое замечательное хобби. И он искренне радуется моим каким-то успехам, победам. Наверное, для меня это вот самый большой стимул. Мотивация для меня была, чтобы как можно больше людей прочитали мою книгу. Сел, заставил себя сквозь работу, сквозь дела, сквозь различные проблемы и ситуации. И очень быстро втянулся в написание книг. Острое желание, с одной стороны, общение, с другой стороны, сказать, с третьей стороны, что я услышал, с четвертой услышал других. Вот, пожалуй, все. Во-первых, мне как бы вот в творческом плане тесно в масштабах нашей страны. Молдова у нас страна очень маленькая, и хочется как бы и общаться с коллегами из разных стран, и чтобы мое творчество тоже узнали. Мен узнан олеум дезу махтамайм, брак менен олеум ерекшелігі елме, жерме деген махабатқа мейірімге құлып тұр. Ты дал лишь то, что мне по силу, не миллиграмма сверх того, а мог бы, хоть и не просила, отмерить с родшеством родство, родить Еленою прекрасной, или Казановой, или Планком. Ты опасаешься напрасно, мой Бог, ты сам поставил планку. Не изменить мне статус-кво, да вывернись я наизнанку, ни миллиметра сверх нее.